соответствии с правоустанавливающими документами, который осуществляет обучение в соответствии с лицензией, с действием государственной аккредитации и форма образовательной организации, то есть обучение будет идти очно, очень заочно и заочно в соответствии с законом об образовании. И внеобразовательная организация отвечает дети на семейной форме обучения, которые в дальнейшем для сдачи промежуточной аттестации прикрепляются к образовательной организации и сдают за пройденный год зачеты. И переход следующий вопрос. Пожалуйста, дальше. Миссия нашей образовательной организации заключается в том, чтобы обеспечить реализацию образовательных потребностей всех обучающихся в зависимости от их интересов, а также обеспечить